Адухин! Мое почтение, друзья, меня зовут Влад Шрейдер, и добро пожаловать в Люциус. Смотрите, что это? Это самолет? Это метеорит? Нет. Это финишная прямая, которую мы несемся полным ходом у Люциуса. Вернемся к нашему старому доброму другу, к Люци. И сегодня, ребят, вам всем привет передает Макс Черепанов. Король in the world. Я, ребят, напомню, чтобы передать перевес следующему видео, вам нужно просто репостить это видео себе на страницу ВК, и тогда случайным образом попадете прямо к нам сюда в экранчик. И да, можно попасть и по второму кругу к нам в привет. Главное не унывать. И вот это вот все. Ну что, приступим? Возобновить. Глава 10. Ладно, пока идет эта полоска тоски и отчаяния, давайте вспомним, на чем мы остановились. На том, что наш дед, который шарит, поднял нас ни свет, ни заря и сказал, чтобы я спустился и не спалился. А там была мама, которая меня все время палила. Предательство. И вся королевская конница, и вся королевская рать не могут шалтая-болтая собрать, и они смогли бы, если бы у них был я. Понятненько. Так, я точно помню, что нужно выйти на балкон. О. Ладно, ломаем. Это, видимо, громоотвод. Готово. Все потемнело. Мама встала. Вот она. Прекрасно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну как, там же стена... Так, ладно, стираем ей память. Покедово. Вниз идем. Ни хрена не видно. Как там вниз-то спуститься? Вот. Так, ладно, давайте возьмем фонарик. У меня же был фонарик. Во. Все такое мутное, непонятное. Какие-то еще двери есть? Или снова на балкон выйти? Балкон тоже закрыт. Окей, свет не работает. Мамка там вроде все позабыла. Надеюсь, она нас больше не увидит, чтобы мы не спалились. Опа. Опа. Убрать фонарик. Во. Фонарик мы убрали. И берем силу в руки. Кто-то идет с фонариком сюда. Надо его обойти. Медленно, медленно, медленно идем. Никак не выйти? Или выйти? Фига тут льет. Как из ведра прям. Я ни хренашеньки не вижу. Вот серьезно. Вот. Ой, там фонарик, 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 фонарик. Не, по-моему, на верном пути. Кто это? Здесь у меня не спалит? Ладно, подождем, куда он пойдет. Не к нам? Отлично. Тихо, тихо. Да пошел нафиг. Вон он. Заходит внутрь. Отлично. Еще фонарик. Да вы чё, блин? Что происходит? Ну свет вырубился, ну ребят, ну чё за... Как дети маленькие. Заперто. Как выйти-то к деду? Куда вообще идти-то нужно было, я забыл. Спуститься вниз, да? Я прошу прощения, что вам нифига не видно. Честно говоря, мне тоже не видно. Вот, что-то мигнуло. А подожди, куда он сказал нам дед идти? Дедушка разбудил меня, он сказал, что мы должны встретиться в тайной комнате. Окей, значит, нам нужно все это обойти, дело, и попасть вниз. По-моему, я на верном пути, нужно идти туда. Я просто свернул не в ту сторону. Во, библиотека. Можно узнать по этим окошкам. Эх, темно! Ну, я вроде близко. Капец, так вот же здесь эта тайная комната, она должна быть в винном погребе. А чтобы попасть в винный погреб? Правильно понимаю, что нужно идти в гараж. Но в такой тьме, ну, капец. А! Палево. Так, ладно, вот вроде прачечная, да? Вот он, обнаружен. Как тебе? Я сотру тебе память. Стереть память! Нет! Это все было зря. Это все было зря. Как же офигенно в тьме бегать. Чувствуете, да? Эту игру сам сатана делал. Раньше нам нужно было и так в этом доме плутать. Непонятно куда. А теперь что? А теперь я правильно понимаю, что нас заставляют бегать по этому дому, где вообще ничего не видно и у нас нет карты. Я, конечно, бы взял фонарик, но боюсь спалиться. Теперь главное столкнуться с водилой. Вот прачечная. О! О! Он там! Он там! Он там! Вон фонарик его! Давай, уходи, уходи! Блин, я прямо ему дверью в лицо ударил. И тут его не смог выйти. Нормальный баг. Дедушка, я иду! Эх, как же стрёмно теперь будет туда вниз спускаться. Деда! Ты тут? Он же тут, по-моему, журналюгу убил. Спокойно. Открыли. Деда! Я пришел. So you've been led here. Значит, что-то привело тебя сюда, и ты нашел тайную комнату.
Молодец, Лёсимус. Два мои тупоголовых ребенка годами играли в этом подвале и ничего не подозревали. Знаешь, эту тайную комнату построили одновременно с особняком. Очень давно. Именно здесь и все происходит, Люциус, в сердце Данте Манты. Здесь происходило все, что только могло происходить. Мне приходилось развлекать гостей самого высокого ранга. Вот это интересно. Настало время тебе узнать свою судьбу. У тебя есть призвание, Люциус. Я ждал тебя гораздо дольше, чем ты можешь себе представить. Мои сыновья разочаровали меня, но я ждал именно тебя. Ты покажешь путь всем. Но ты безответственно отнесся к обучению, Люциус. Поставил все под угрозу. Ты привел к нам слишком много внимания, и теперь нам приходится это расхлебывать. Нельзя рисковать тем, что нас раскроют. Познай дьявола. Они кореша. Не беспокойся. После того, как мы правильно его расположим, ты станешь намного сильнее. Это святое место, где кровь будет работать на нас. Вот это интересненько. Но в основном для тебя. Это ты, не так ли, мой мальчик? Почему ты молчишь? Господин сказал, что он возьмет причитающееся ему из моего рода. Я уверен, что он имел в виду тебя. Подготовь стол к ритуалу, а я найду нужный манускрипт. Сейчас мы будем резать этого мужика. Он хоть привязан? Господин. Он называет его господином. Ладушки. Че как, Фабиус? Фабиус. Люциус. А как мы его батю звали? Чувствуете, да, в чем вся соль? В названиях. Так, книжка. Кандалы для приковывания жертв к столу. А как это сделать? Надо его приковать, да? Ладненько. Ну вот, значки какие-то тут нарисованы. А, вот. Чашечка, да? Вот, эти чашки нужно сюда расположить. Окей, видимо, будем сейчас в крови купаться. Интересно. Еще чашечка. И последняя. Какой символ? Нет? Не сюда? Ну, я вроде все сделал. Дедушка сказал мне, что он был за договор с Люцифером, моим настоящим отцом. Он хочет, чтобы я установил жертвенный стол. Он отчитал меня за этого журналиста. Нужно поторопиться и установить стол. Одна из чаш разбита, в нее нельзя налить кровь. Нужно ее починить. Где же я оставил клей? Кажется, в столе в учебной комнате в восточном крыле. О, нет. Нас заставляют вернуться. У меня нет клея случайно с собой. О, боже. Придется бежать за клеем. Дед! Чем может так обойдемся? Я что-то не хочу туда идти, там народу куча. Нет, да пофиг. Эх, придется возвращаться в этот дивный темный мир. Как вкусно. Блин, надеюсь, если меня спалят, то я начну где-нибудь отсюда. А учебная комната, это, видимо, там, где они меня обсуждали, да? Он даже не видит, что я здесь. Дурачок. Ладно, понятно, им вообще пофиг на то, что у меня фонарь в руке. О, боже. Спи. Спи! Мне скоро не хватит ничего, блин. Так, 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 так. Школьный класс. Это не школьный класс. Это не школьный класс! В смысле, кабинет. Спи, дядя. Последний заряд остался. Это плохо, это очень плохо. Но я рядом, я точно рядом. Он где-то здесь. Фонарик. Вот он. Есть, есть, есть. Хорошо, хорошо. Где... Клей. Отлично. Еще какая-то книжка. Так, сколько у нас осталось заряда? Всего один. Спокойно, главное теперь не спалиться. Бежать вниз. Никого? А-а-а! Игра кончена. Это потому, что у меня не было силы, я понял. Вот почему игра закончилась. Все заново! Это ужасно. Это просто ужасно. Окей, я тогда сразу пойду и возьму клей, а потом пойду к деду сразу. Это деда в кабинет. Класс! Ой, как легко. Ну, откройся. Клей взяли. Вниз, 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 вниз! Это плохо. Это очень плохо. Ладно, пали меня, пали меня. Все, обнаружим, да-да-да-да, стираем тебе память. Все, бежим. Окей, ладно, клей взяли, никого здесь нет. Берем фонарик, отлично. Дед, все, привет. Теперь решаю, что надо делать. Поставили. Все, и последнюю, и сразу склеим. Так, берем ее. Отлично. Ну что, дед, давай. Hello. Я все сделал. Или что? Незажженные свечи. Неужели и свечи нужно зажигать? Окей, может, надо свечи зажечь. Слава богу, у меня спички есть. Фу. За ними не придется бежать. Давай, Люциус, поджигай. Да-да-да, и все. Готово.
Ну чё, дед? Я все сделал. Теперь точно все. Hello, grandson. Чё ему еще надо? Мужика приковать? Поджечь его? Нет, нельзя. Надо же как-то дядьку привязать. О, ремень. Okay, good. Now, let's see. Мог бы и сам это все сделать, старый ты хрен. Чё скажешь? Ему кажется, что договор делает его моим другом, но он жестоко ошибает. Блин, жаль будет деда так-то убивать. Теперь, я так понимаю, будем резать. Блин, он прикольный, я не хотел бы его убивать. Очень жаль будет нашего деда-сатаниста. Кинжал здесь взять, ты же отсюда ушел зачем-то. Вот кинжал. Оп, спину прихватило. А, предательство. Я понял. А того дядьку, что на столе, мы его убьем? 9 недостаточно. О, моя голова, что это за место? Какого черта? What the hell? Okay, little boy. Просто пусти меня, хорошо, мальчик? Что-то не получилось, да? Окей, хорошо, давай просто успокоимся, попробуем понять, что здесь произошло. Вау. Хадухин! Ничего себе, как ты это сделал? Теперь давай успокоимся. Дело в кресте, вот что на него воздействует. Вот это тебя усмирит. О боже, сейчас будет ПВП. ПВП или зассал? Сейчас будем бегать и переворачивать крестики. Перевернем. Не. Перевернуть. Заряжай, заряжай, заряжай. Бум, хорошо. Бум. А, все. Это было просто. Прям как все эти эпичные убийства, только немножко фиговее, что ли. Слоу-моушен. Горение. С 7 до 11. Мастер огня. Прикольненько. Ничего, он не обнаружит своего отца? То есть просто потеряли? Книга Левиафана, Антон Лавей. Воззвание к сатане. Приготовьтесь к войне, разбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Господи, отец, во что ты ввязался? По-моему, эти книги были разбросаны по дому везде и всюду, я только сейчас заметил. Нэнси, мне кажется, что на Люциусе проклятие. Это единственное объяснение, которое я могу придумать. Отец пропадал несколько недель, и похоже, что его вовлекли в что-то ненормальное, оккультное. Я не могу исключить, что мой отец как-то с этим связан, но нам нужно звонить Люциусу к психологу, чтобы все выяснить. Сам он ничего не может нам рассказать. Господи, Чарльз, разве мы недостаточно уже пережили? Как будто загрузка у меня в голове происходила такая медленная. 25 мая 1973 год, учебный выстрел. Наконец-то можно пушку использовать. Сколько глав прошло? 10? И чё? И всё? Деда так никто и не найдет? Хоть прочитаем. Фабиус поймал его, когда тот разнюхивал что-то возле особняка, приковал его к жертвенному столу. Со своей стороны я зарезал Фабиуса. Я чувствую, как что-то течет по моим венам. Меня наполняет адское пламя. Уэйн переворачивает кресты, чтобы славить меня. Сейчас я ему покажу. Он больше не представляет угрозы. Они оба могут остаться здесь в тайной комнате. Никто никогда не узнает об этом. Деда жаль, конечно, честно говоря. Очень жаль деда. Серьезно, я думал, что мы будем сообща, бок о бок, убивать неверных, наслаждаться вот этим графоном. Но, блин, что я могу сказать? Вот это поворот! Ладно, ребят, на этом мы приостановимся и продолжим в следующий раз. Это было, конечно, очень весело, темно и неожиданно. И, наконец-то, я могу видеть свет. Наконец-то. Все такое светлое. Мишки на стенах. И я, ребят, напомню, чтобы передать привет следующему видео, вам нужно просто репостнуть это видео себе на страницу ВК, и тогда случайным образом вы попадете прямо к нам сюда в экранчик. И спасибо, ребят, что были со мной. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, если вам понравилось видео. Также подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Ссылка будет в описании со всеми другими ссылками, другие плейлисты и другие видео. И до скорого!
love you, I'm like.